Зима в северном регионе суровая. Дни зачастую морозные, метельные, ветреные. Несмотря на предупреждение службы чрезвычайных ситуаций, есть те, кто не прислушивается и выезжает в дальнюю дорогу. В таких случаях приходят на неотложную помощь представители спецслужб. В связи с этим руководство областного департамента полиции проверило готовность спецтехники в ответственных организациях, обслуживающих автомобильные дороги в зимний период. Спецтехника занимается уборкой снега круглосуточно. В организации «КазАвтожол» для этого имеется около 270 единиц снегоуборочных машин. Готово 25 тысяч инертного материала, 700 тонн химического реагента, более 600 тонн технической соли против гололеда. Подготовлены производственные базы и оборудованы 20 обогревательных пунктов. В текущем году аналогичная работа будет проведена. В случае ухудшения данные меры у нас проводятся на постоянной основе. Дорожно-эксплуатационные участки полностью готовы к зимнему сезону. Стоит отметить, что сотрудники административной полиции вместе с местными исполнительными органами проводят обследование улично-дорожной сети и выдают предписания в подрядные организации для устранения выявленных недостатков. Всего с начала года проведено 2411 обследований. По их результатам в адрес уполномоченных органов и подрядных организаций выдано более 2000 предписаний. В рамках данного мероприятия также проверено на готовность к зимнему сезону служебный транспорт скорой помощи, аварийно-спасательных служб, коммунальной и специальной техники и автомашины патрульных полицейских. Каирбек Тулигенов, Самал Ускакова, Руслан Вотин, Кувшиахпарат.